Младший сын короля Саудовской Аравии, принц Наиф, женился. Вчера сын 85-летнего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза, принц Наиф, женился на своей возлюбленной. Об этом сообщило издание Arabian Royal Agency. Супруга принца происходит из обычной семьи. С принцем она, судя по всему, познакомилась в Великобритании, где они вместе получили высшее образование. Как долго длились их отношения до свадьбы, неизвестно. Помолвка состоялась в июле прошлого года во дворце в присутствии родителей жениха. Сам же принц Наиф, сын короля Саудовской Аравии и его третьей жены Хахды бинт Халах. Он окончил университет Брайтона в Великобритании и получил степень бакалавра по бизнес-администрированию. Сейчас он работает главным исполнительным директором компании Data Analytica. Его супруга получила степень бакалавра по специализации медиакоммуникации и социология в Лондонском университете. Точная дата рождения Наифа неизвестна, но предположительно ему сейчас около 30 лет. У принца Наифа есть трое старших и двое младших родных братьев. А двух других жен у короля Саудовской Аравии есть еще пятеро детей. Двое его сыновей от первой супруги умерли в начале 2000-х годов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.